Это же обычка, от нее чего много ждать? Вот в Гере уже будут проблемы. Нихуя, короче, я тебе не про то. Возьми, блядь, ну, старые сервера, там обычка тоже давала пиздол, типа. Ну, я просто не знаю, я уже в Гер начал ходить на X2. Типа нет ДПС, блядь, там люди упирались, нахуй, сидели долго, били, нахуй. Так в Гере у нас в Т5 бывали вайпы. Там не важно, Т5, не Т5, если ты там ловишь одну хуйню, и ты сдыхаешь. Один луч убивает, один этот метеор убивает, так что тут похер. Гер, не гер. Точнее, какой у тебя гир. Вчера у нас 4 человека метеор словили, и похуй в рост вообще. Нет, там вообще хуйта полная. Все, пошли чистить трэш. Так, Ваня плюсанул, хорошо. Ну сейчас, Ваня, если твоя пачка наберется, то вы идете. Если нет, то просто можешь меня перекинуть с пати хантов, Милош? Да, сейчас пока не буду ничего делать, потому что... Ну потом, а то у меня фреймы багаются из-за хантов. Мы брудстом и убьем, у нас хватит всего. Так и будем бить. Как и вчера. А мы можем себе подумать СЛК, ребят, включать бота с музыкой идти. Если надо еще. Можно какой-нибудь. Да, какой-нибудь такой не рок. Про слабон. Гачи, пожалуйста. Ну. Многие, наверное, со своей музыкой сидят. Какая разница, где включать? За гачи, а не тише. Не, здесь что-то типа такого надо, или чиловый какой-то дип, чтобы он вообще не мешал. Ну и не какой-то чилаут, чтоб вообще не раскиснул. По полям, по полям. Разминируй, да ты соткнись ты уже. Дипа у чиловый. Не знаю, у меня вообще драм энд бейс сейчас играет. Ой, пацаны, сейчас вы договоритесь. Подойдите ближе. Если сейчас сдохнем на трэше, получат, да, все, кто говорили. Давайте заходите. Мы уже проверяли. У нас сегодня много дел, поэтому давайте. Работа. Два танка либо танчим. Три. Два сваживает. Ну и тяжело будет хилить. Майн танком будет сегодня я гей FDK. Я скоро ник поменяю. Кто ты? Тебе ускорить? Бесплатную смену сделать. У меня уже одна была, после этого потом разве никаких санкций не вводят? Вот. Да по нозе отказываемся. Кто идет на ГБ? На бане дали уже. Шустрый не дерзкий. Где ты Ксиона, скотина? Полутал, я не успокоился. Он вчера очень поздно лег спать, он не знаю, клик не стоит. А, я слугу сагрил. Мне птаз за. Антон, иди разминируй потом сразу. Да эти сейчас опять выведут из боя, блядь. Сейчас подожди. Так ты не звонишь, если есть в них КД. Препарат тоже. Ваниш, по-моему, откуда у него подготовка. А, у тебя не стоит символ, походу, ниоткуда. Дигей, ты напиши мне в лифт, что хотел. Да, вопрос, просто я что-то, блядь, большой такой стал, нахуй. У меня просто да. Ванишка, дай 7 секунд. Сейчас вторую отрежу. Обезвредил. Андрюха пошел обезвредил сам. Охуенно обезвредил, я тебе скажу. Бля, там еще мобов зацепила сова какая-то. Ну вы чё, блин? Быстрее, вставайте, прожми EGFDK, сейв. Нажми Саня тоже сейв через бабл. Заходите все, кто упал, бейте. Кусяло, дай БР по скивиди, если живой. И норму сразу закидывай. Я в коконе. Не лежь тогда, да. Любой кто-нибудь, похер, кто даст. Да.
Я уже инером заливал. Женя, вставай. Короче, зооман нас не собирается, да? Ну пока не заходит, Ванька. Походу не будет, да. Ну, сейчас еще пару минут подожди. Если что, твой зломан потом донесу, я не уверен. С тобой я тебя подожду, вместе пронесем. Вон. Вон, чтоб ты 3000 сундука сделал. Ну, блядь, тут мобы кастуют. А, блядь, есть БР быстрее, кто-нибудь ЕГЭ в ЗИКЕЙ дайте. Это опять расслабились, блядь. Чё вы спешите? Дайте роги разминировать мины. Мне жена пиздели идет. Короче. А вот то не хуй, вам, блядь, хуярит звездопады свои, блядь, трэш. Скажу первое, типа, сказали Людмиле еще когда? Когда мы били, блядь, первый трэш перед ступеньками, второй, блядь, ебали звездопад, нахуя, типа. Ну. Какой-то совет, похоже, надо ебать. Этот как его. Я просто ждал, когда вот эти кастеры умрут, потому что. Ничего сдать не надо, просто нажми подготовку его. Хорош. А вот эти кастеры, они из стелса выбивают. И в прошлый раз мы тоже, блядь, вайпнулись, потому что выбили из стелса, блядь, и весь трэш побежал, блядь. Тоже, блядь, такая же хуйня была. Дай ловушку, я их буду кайтить, нахуй. Чмыга, дай ловушку, чмыга, дай ловушку, чмыга, дай ловушку. Чмите здесь, те потом сразу раз здесь находим. Сыграйте по-большому, ему там ОХП осталось. Потом по жуку. Так, теперь по фласкам. У Фовок соберется проты. Скибиди СПДшные фласки. Я тоже СПДшные возьму. Хай возьмет ДДшные, Лигала из ДДшные. Сацуна СПДшные тоже. Запомнили? Все, кто что берет. Хай, Лигала из ДДшные фласки. Сацуна, Скибиди определенно СПДшные сапроты у Фовока. Да, идите быстро починитесь, либо просто сейчас дырца поставим перед боссом сразу. Сразу будем начинать. Ука, да, Вань, наверное, ты сейчас трех совы, блядь. Ну, бесит с грозой тогда, если у вас вырубается этот вонючий солнцепад. Кто там что, Агри? Сейчас написано. Да к чего она подводит, не пришел. Смертные, ваш путь закончится, так и не начнется. Ну, Ваня, по факту тебе одного человека только не хватает. У меня нету Христа и нету танка. Крист зайдет. Так, ладно, все, все чинитесь быстро. Взяли фласочки. Определенно уже можете кидать обмен. Медведица просто. Быстрее, быстрее. Разбираем. За десятки не будет? Я не знаю, Женька. Видишь, не хватает людей. Были бы, то было бы. Сейчас чуть-чуть посидим. Если придут. Можно напишите, кто сколько.
Ну да, я тебе напишу к Ване, либо я напишу. Можешь попробовать. Ману Хич тоже просил дискорд. Так. Так, все, все взяли. Да, хорошо. Ставлю рыбу, запускаем. Фулрибаф отдайте. МТ кто? МТ Ягеев Дикей, также варчик на этого босса, только спрыгни танка трусовать. Только на этого босса. И стоишь во фрейме танков с танками. Ты просто не танчишь, просто в танке стоишь. Паша, ты мой танк, и все там. Готовность. Чего не хватает АПК? Да я случайно. ДДД. Все, тогда на первой секунде припоты на свой АПУ пуляешь. Трусователь вместе с ними бежит. Все под жопу ханты подбегают, когда шибко стоится. В огне не стойте. Только стоит так. Нет. Пак, можешь как-то ровнее троху поставить? Ну ладно, перебегите тут. Параллельно. Так, первая, вторая пати влево, вторая, третья, четвертая вправо. По хилам Скибиди и Сацуна влево. Воид стреля Оно вправо. Так, тщеславность, не лежь, Иннер по Сацуне, Кусяло по Скибине. Выбежали. В огне не стоим. Паша, как он перестанет крутиться, нажмешь массейв, чтобы все спокойно сбежали. Ну, нажми массейв. Сбегитесь. Так. Маша, Иннер по Войду. Андрюха, как сможешь, по стрельбе. Ой, ты если есть ПС-ка, можешь закинуть. Пилок выбейте. Пока вихрь приготовьтесь также разбегаться. Разбежались. В огне не стойте, главное. Можете бить. Этот трусователь, как он перестанет крутиться, нажмешь сейф. В огне не стойте только. Грейвен вылетает. Макс, что там у тебя? Так, не лез Иннер по Скибиди. Кусяло Иннер по Ону и славно по Сацуне катаркать.
Выбежали. То же самое, нажмешь сейф. Убежаемся. Если есть void PS, то можешь закинуть. Дальше не стоим, все продолжаем. Побежали дальше все. Я ревогнул себе, что подлагивается. Что, осколок упал? Это упал. Да, да, и брейн-троллика упала, блядь. Плюс 50к, заебись, и еще колечко продать тоже можно. Ебать, босс интересно, чисто все время в шипах простоял, ебать. Ой, да, конечно. Я на, пока он забирает осколок тогда. Кидай обмена тостер. Сразу же, идите бейте. Трассователь может ДДшника прыгать. Паша, ты забираешь покровителей, ну, вот этих прислужников, точнее. И все ДДшники играют по ним. Паш, помощника забирай, помощника. Он помощников, помощников, да. Сань, Паш. Ну, он понял. Да, блядь. Андрей, это все хуйня. Так. Так, сейчас нужно выбрать человека, который идет с нами и получает КД. Так, кто тут без проходки? Кей, наверное, без проходки. Ну, наверное, его и возьмем. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью. Охуенно, да, давайте Кей побежал, блядь. Ты чё? РДшники по помощникам, если есть. Нет, помощник. Не ливай, пожалуйста, только во время пати. Кесум. Потом. Люди, которые не попали сегодня, они в следующий раз попадут в рейд в основной. Чтобы проходки сделать. Паша, ты будешь танчить слева, Андрюха справа. Так, первая пати слева, вторая, третья справа, четвертая тоже слева. По хилам скибиди Сацуны слева хилят, три остальных хила справа. Заберите моба, большой бегает. Череп поставил. По рейду. Подморозил его. Сейчас поубивать всех рога, дизарма можно дать. Либо вар. РДшник, играйте по помощнику. Вы заебали, вот честно. Я мобу, короче, затаунтил, ударил, блядь, а его контролит ебаный с фанта. Я его под контролем, потому что он не ебало разбивал, Андрюха. Ну, там беде. Блять. О. Ну, в принципе, его, наверное, стоило. Ладно. Бля, я без фласки бил. Я-то думал, что где ДПС. И без масла бил. Всем раздал, а сам из этого всего. Бля, надо было и фласку, и масло пить, да? Саня, хоть бы сказал. Чисто фласку дали. Еще один помощник, убейте его. РДшники, череп поставил. Андрюха, можешь идти пулять Тола. И вы стреля, он увоит, идите вместе с миликами. А рыбка была или нет? Да. Кто?
Потом шкаф ставите, самонинг я есть, он здесь. Если не здесь, то в другого клана. Смотрите, босса не за пульте. А, он ФК шпит. А Зерона тут? Не тут. Так, не тут, ладно. Значит, Мейсон не пойдет. Ставьте шкаф. Сумоньте Мейсона, рыбу ставлю, фул ребаф. Рыба стоит. А, вставили уже. Хорошо. А что, Сань, мне нон-стопом босса бить? Нет. Появляется трэш, все светите трэш. Угу. Кот может только босс стоять, бить мутика нет, поэтому только кот. Мейсон, принимай сум. Да просто всех кликает замены нахуй, кто не принимает сумону сума. Так, не принимает, окей. О, принял. Пошел. Так, никто не FK-шпит у нас, потому что много чего нужно сделать. По планам. Все, готовность. Ебахните Мейсона, ешь рыбу Мейсон, как раз. Все готовы. Я готов. Полетели, бич. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Скоро помощники через 2 секунды. Приготов. РДшники чуть рассоситесь, чтобы... И напуливайте в своих танков. Слева танчит ДКшник, идет милик. Ага, забрали эмоции. Контроль через 9 секунд. Когда босса начнем бить, без АОЕшек бьем. Кто не бьет АОЕшками? Барменталь сдох. Апокалипсиса не убейте. Контрольте его. Да, так. Дай ребафните Барменталя. Выбежали с лужи, выбежали быстрее. Хорошо. Так, Чеславна Стинер по Войду. Кусява по Сосуне. Дальше будут помощники вместе с контролем. Когда пойдем бить помощников, без АОЕ играете. Все, помощники приготовились. Без АОЕ. Служи выбежали. Сацуны, законтрольте. Милик, смотрите, в РД уже. Нормально, ты ничего не сделаешь. Помогли убить. РДДшники с правой стороны, милики идите бейте, то слева бы. Чуть рассоситесь, очень много людей в центре, лужу кинет. Паша, массейф нажми. Он у меня должен быть на стаках для этого, я на него пропускаю. Я понял, все, без ЗОЕ так играем, скоро контроль будет через 4 секунды. Если милики, мистер Бонд. Не убейте его, не убейте мистера Бонда. Милики, отбегите. Чтоб не убили нечаянно. Не добейте. Помощники приготовились, лужи выбежали. Сами нажми массейв. Все, проходите. Красавчики, не убили. Милик бежит, Паш побежал в РД зону. Хорошо. Смотрите под лицом, не стойте с топорами у челиков, они уехали. Контроль через 9 секунд, без АОЕшек. Выбежали с лужи. Пашка... Ладно. В принципе. Войда законтрольте. Не лезь иннер по стреле зальешь. Паша, ты первый танчишь. А она что, в обычке не агрится? Да. Выводи в центр, Геру дали, забери, Паш. Появился дух в милизоне, сразу через лужу не веди, Паш.
Если дух в мили-зоне, уводишь просто босса. Духи два в мили бегут. А Геру не дали. Один. Геру. Контроль скоро будет, без АУЕшек играете. Без АУЕшек. Один дух в мили бежит, смотрите, уводите босса. И смотрите, контроль сейчас будет. Не убейте человека. Хая не убейте. Уводи пас. От Хая подальше. И нажми массей. Если есть у кого налет, тоже можете нажать. Прохильте Хая. Бежит один в РДДшника какого-то, один в меня. Дух. Мили. Один в мили. Уводите. Два в мили. Выбежали служи. Скоро контроль будет, без АОЕшек играете. Не убейте, если милик будет. Скибиди не убейте обязательно. Так, духи смотрите. В РДДшников бежит, и второй тоже в РДДшников. В РДДшники смотрите, в кого-то бегут, двигайтесь. Ой, какое-то количество, и два мили. Нажми Саня айзмасейв, ну Сасуна. Один в РДД бежит, один близко к мили там куда-то. Женя, в тебя. Один возле мили появился, бежит в РДДшников, Сосуна, походу. И еще кто-то рядом. Все, добивайте. Хай, не убейте. Хай, блять, ладно, проебаю. Следите тоже. Упал осколок? Покал. Да, ты забрал. Ох, ебать, и ботинки упали, которые пошли не нахуй. А, ты уже забрал, да? Да. Ну, отлично. Все, тогда забираю себе лут. Идем дальше. Этот трэш, который сверху стоит, сразу убиваем, потому что он багает сейчас. Я на 40 аспектность в ретрика. Да, аспектность. Здоровье. Вон эту пачку убиваем, если что. Фу, ребаф по хаю дайте. И продолжаем. Ну, быстрее, барменталь стреля. Алфолог будет на нашем корабле танчить, Ягеев, Дикей на чужом корабле. Туда летит Сацуне, Скибиди, Войт. Маша и стреля хилят. Мейсон и Хай остаются на нашем корабле, убивают трэш. Сейчас такой вопрос, кому-то кровь еще нужна из тех, кто здесь? Да, поставим потом шкаф. Именно из тех, кто здесь находится. Можно просто быстро покупательную кровь найти. Пока идем. Ну? Я хрен, пишите. Мне нужна, не нужна, но какая-то кровь. Если... Не знаю. Если ты будешь ДДшника делать, то нужна. Если нет, Бладыка. Если не будешь, то не нужна. Но я бы, типа, наверное, лучше продал, потому что пока этот, если там не горит, потому что деньги нахуй что-то сейчас стоит, потом она ничего стоит. Ну, лучше, наверное, продай, потому что я вряд ли шейм буду делать, а грань мне нахуй тоже не нужна. Ну, тогда этот, попишите кто-нибудь на грань. Ой, на грань, на кровь. Я в пушке, блядь. Бетика сегодня нет, да. Он писал, что его не будет. Все, поставьте шкаф, засмотрите барменталя. Все берите ранцы максимально быстро. Петя, нам за тебя рыбу. Тщеславность и барменталя сум. Шкаф, быстрее. Оп. Сегодня.
Ну. Наденьте только ранцы, не забудьте. Все, запускаю барметаль. Если умирал, ешь рыбу, если нет. Полетели. Таня предлагает 25к и плюс ДС. Блять, 25к и плюс ДС, это маловато. И 35к. Поищи еще. Поищи еще, если еще что-то не найдется, то согласимся. Подожди, напиши 5 секунд. Да, попиши. 5 минут. Че, поспамить? Сразу нужен... Угу. И сразу, если будет человек, который готов выступить, напишите, чтобы мы... я не спрашивал по 10 раз. Кому не нужен... мод с этого. А сколько плюс-минус стоит кровь? 9000 ДС стоит. 9. Не, ну типа, этот твой человек будем держать на этом. Ну, записали его, короче, карандашиком записали. Пометили. Пока, ну типа, у меня спрашивают сколько. Сна. Ну типа, какому-нибудь Каличу можно за 50 продать, да. Если он согласится за 50, то говори с руками и ногами забираем. Даже если за 45 согласиться. Одна пушка не стреляет. Сядьте в эту пушку кто-нибудь, кто там не стреляет. Нельзя сесть. Перелетели. Паша. На нее не отдаем сели, они ее забагали. Минус пушка. Мамбо, ты проиграл. Предлагает 20к и 3 ДС. Да, давай. Пиши, хорошо. РДДшник, убейте возле Мурадина, который моб. Милики, не подходите. Теперь я должен один, да, за всех ДПСить в пушке, блядь. Да. У тебя есть еще два человека. Да я могу, блядь, все. Остальные вагоны. РДДшники, сыграйте по черепу сейчас. Череп и там рядом стоит. Еще один. Ты еще прожимки, надеюсь, не тратил? Нет. Хорошо, держи, да тут еще держи. Потому что три пушки будем, поможем до конца попробуем. Ну, там, сейчас через зубы тебя через как раз подвис. Что, подвис? Так он подвис, должно отпустить. Всем привет. Привет. А в ЦЛК будет местечко, там мне проходку нужно отвезти? Ну, уже мы стол собрали людей. На следующее приходи, и завтра будет, скорее всего, еще одна ссылка. Не, ну, возможно, я, завтра есть... Уступит какое-нибудь место, если кому не надо. Ну смотри, нет смысла принимать 2 КД людям. То есть ты лучше на завтра приходи, и все. Еще одну ссылку скажешь. Не факт, что просто успею, как сегодня. Ну ладно, пробую. Ну завтра будет немножко по-другому рейд. Там будем что где-то уступать места. Там сегодня просто у нас... Не, нужен все-таки по этот только лич, я посмотрел. Вначале думал тоже все боссы, а потом проверил, будет только лич. Так, Кусяо... Кусяо в пушке. Чеслав на зелень на просто сумме. У меня кто-то его заливал. А, вижу, да. Не лез тогда тоже здесь, дай ты. Пока уже потихоньку отдавай свои прожимки, как закончится, скажешь. Зубы еще есть и масса сакра. Вообще
По очереди их нажимай. Как закончится, ну, скажешь. Ну, надо будет улетать. У нас 25. Не, еще есть. Еще зубы есть. Так, Петя вылетел. Паша, кто там прожал? Отлично. Незыблемость одного. Что-то есть еще прожать? Кровь вампира и так далее? Трини? Не-не-не, все уже. Две секунды. Вой, ты закинешь ему зубы. Вой, закидывай зубы по Ягею в Дикей. Я сейчас дизарм еще муравьину дам. Паша скажет, когда закончатся зубы, Саня даст масса кро. Масса кро. А зубы разве были? Нет, вроде как да. Паша, дай масса кро. Зубы не давал. Не было? Нет. Когда убьете, скажете. Ну, я сейчас умру, наверное. Сань, дай массейв. Я давал его. Давал? Мне не показало. Не показало. Начинай прыгать по кораблю с Мурадином, нахрен. Меликов сходить. Ага. Только, ну, типа, перед меликами не прыгай, там, с одной стороны на другую сторону прыгай, и всё. 3%. Да разбивайте уже. Всё, не утайте пока. Так, кто меня догонит на бой? Да мне ассиста, я вара возьму. Покупщика. Так. Аня, ты ПМ читал, да? Да. Там ещё, короче, это потом чуть я расскажу. Хорошо. Подождите пока всех. Петя сейчас зайдет, не утайте пока сундук. Стреляю, Петя. Хорошо. Рыбу сразу поставлю. Он мне не показывает. А, все видно. На корабле. Все, давай пока. Открывай апокал. Какой там пати ты там? Все замыкло. Я в третьем пати. Ну что там, этот упал отколок? Да, сказал, пошел нахуй, два хватит на сегодня. Не-не. Все, Геру с пула. Готовность на пул. Фул ребаф дайте. Паша, ты первым начинаешь, Антик. Варчики, оба варчика, играете по трэшу. Саша, давай Войда тоже спекнем ШП. Не, вот пусть. Хочу, чтобы Войд мне ПС-ку закидывал. Не надо ПС, пусть ШП бьет. Не поможет, Саня. Ладно. Ладно, ладно. Я хочу в дике обогнать, скотины. Я Войдсе все равно пока не понерфил. Этот. Да я его в прошлый раз обогнал. Андрюха, ты тут? Да-да-да. Походу Андрюха. А, просто не нажал. Все, тогда запускаю. Ну прыгай, Войд, если хочешь. Есть время. Первый Паша танчит? А, да, первый Паша танчит. Но ты на пулевой трэш на Андрея оставляй на пул. И играешь ты по трэшу и два варчика. А его нет, он отошел, Войд. Он АФК, заебись. Смотри, сейчас волю поэт, которая уже нахуй не нужна. Кто-то заберет вот, Егор. Я здесь, чтобы забрать тело. 2000. Бла. Кто там лорвин, не забывайте кидать. Паша. А сам что, не? Не кидаем на лужу. Не кидаем. Не фудите только. Да. 20 секунд еще можно. Ханты, не тратьте ГКД на метку. Я повешу. Репоты нажали. Я Руспула. Женя, закидывай мне это, свою милость.
свои милости такие бы. Я с ним при каунте кидаю первому. Трэш пошел на сову. Заберите. Да вон ДЦ ФК на боссе стоит. Нормально. Чувак пошел тогда. Войд, дай ПС-ку, если тут. Не тут. Да нет его, блядь. Ничего не начисляй. Паш, ты можешь говорить? Я просто в Дискорде переписываюсь, когда таунтинг. Тебе надо говорить или что? Я просто вижу. Не, я в Дискорде просто переписываюсь. FDK, что-то я тебя не вижу. Ты где? Я еще без квестки, если что. Да конечно, у нас здесь сосуд там стены, походу. Кстати, вы просили стрельнуться в ШП, этого босса. Но он не в ШП, он в ЦСшнике. Я говорю, просили его спихнуться. Да ты просил. Не сами. А, да ладно. Значит, FDK я все равно не вижу. Где он, блин? Подстрелился, блин. Че, FDK упал, что ли, да? FDK, тебя сова вгоняет, блядь. Там, блядь, походу, где, не знаю, проклинили, блядь. Не-не, тебя это сам просили, вот. На полы и серии дают и мне точно. Войд, закинь тогда. Войд, закинь ПС-ку тогда, Войд. Я не буду спорить. Спасибо. Ва, блядь, срываю. Вот что ты давсов, я начал дамажить, пиздец, я шо ты ел, 18к, нихуя себе. Походу ДДК пофиксили. Как метка на мне оказалась? Андрюха. Да то просто руки немножко кривые. Я вам, блядь, пока хотел ебать этот танцующий, блядь, смотрю, в ДПС упал, но понял, ну нахуй вообще его. Бы хотел нас собрать. Просто на измея сбаун. На всякий случай. Ну, чтоб по меткам меньше било. Ой, блин, бурст как раз под конец откатился. 17500, вот это мой рекорд новый. Ах, Санюшка-то я в конце все-таки натянул. Подожди. Или уже открыли? Где он? 5, короче. О, еще одна боешка, заебись. О, смотри. Кто у тебя неправильный? Да. Ебать, его ли не упал, ну и хуй на нее. Пойдем за чешкой, Санька. Пойдем. Если теперь да. Что да, дать? Слышно? Да, дать мы. Только меня лицам концом выкинуло. Ты же один легалайз вообще? Да какая-то хуйня, идите нахер, блядь. Посмотри, там чуть-чуть ниже совы мощные, вот там легалайз. Мы там заварились, походу, блядь. Да. В очереди делают перерывы, да, небольшие в игре. Совы обгоняются. Обложили курицы для тебя. Открыл порт. Ты не курица, а мощные гордые орлы, блядь. Горные? Все, пошли на... Гордые? Пошли на гниль. У меня горные орлы. Блять, а чё это за квест? Подожди, Женя, чувак за квест будет доплачивать или нет? Если не леша гонит в дике котом, блядь, ну все, на штыке я вообще разочаруюсь. Короче, этот, нужен человек, который уступит этого босса. Я поступил, но мне скидки нужны. Не, это квест. Нет, ты по-любому пока не уступишь. А мне нужна пуха. Туху.
Тьмы Гатянин, а поезд нужен? Ну, посмотрите, кому ничего с босса не надо. Одному человеку. Любому. Стрелли. А, все, уступишь ты тогда. Пошли и мобов танчу. Че стоите и в карте? Все вы здесь, вон, партер тут, иди и танчу. Не знаю, что танки АФКшные. Впервые в жизни. Паш, иди. Паш. Все, бегу, я тут очень важный, короче. Очень. Ну так хорошо, вон Паша стоит, дергается и не идет, не танчит. Паш. Боится. Может завис? Нет, он сходил. Бля, нет, надо и тухлого, и гнилого, кто уступит, чтобы не менять 10 раз. Да не, нормально. Заберите его. Нормально, да. Сыграли сейчас этого, добили пиздюка, и потом повальки сразу. Там зомби, кстати, вот. Вот, не знаю, ребят. Короче, Вальку на стоп, шакли, она не будет готовить за хуйню, я вчера протестил. Ну. Всем с этих двух боссов что-то надо, что ли? Мне нужно 100 фло. Мне тапки нужны. Так, короче, смотрите. Скажите мне одно, на проходку нужны все ачивки или только лич? У меня ЕП все, нету, ханты кольчугу не отдадут просто так. Следовательно, я могу... Смотри. Егор, там нужно только все. Только лич. Вот. Только лич написано, вроде лич? Как, но... Ага. Да. Ну, тебе же еще кольцо надо фармить. Так, если Егору проходка, то пускай он остается. Чего, какой вообще вопрос? Короче, я купить могу... на этих боссов, а потом... Блядь, может, все боссы на... Короче, два, и Чмыга, тебе же с тухлого ничего не надо. Мне пояс надо сгнил. Он может... Да быть. Меня просто бери и меняй, я же сразу сказал. Ты шо? Я не слышал, я, блядь, 10 раз спрашивал. Я изначально послушайте, сказал, ты? Готов на замену. Все, все, баста, баста. О, слышите, от града стрел прокает это, вечное пламя. Прикольно. Там он понял, тогда понял. Она даже от ловушки. Да? Любой дамаж, который наносишь, оно сразу это хрень дает. А работает еще та хрень, что с огненным зелом оно больше наносит урон или нет? Да, работает. Работает. Там есть определенный нет, план. Нет, идем. Планк, но выше нее не прыгнешь. У меня это 11500. Угу. Понял. Речите а меня, план? Пожалуйста. Хотя я побегу сам. Идите, бейте дальше. Так, Чмыга, еще раз извини. А, Петя, тут еще извиняй. Наебался, еще раз. Только квест не сдавайте. Челик платит только за это. Квест Петя сделает тогда. На квест дадите. Заходим. А зачем, Вадим, тебе принимать этот? Завтра еще одна будет ссылка. А завтра не будет. Я уже... Что я умер? Кстати, блядь. А. Он за квест платить не хочет, да? Он ну, берет такой... Смотри, он берет такой квест, идет радостно, убивает гнилого. Ты ему отдаешь кровь. Убивает тухлого, ты ему отдаешь кровь. И нахуй с рейда через минуту сдали квест. Все, он остался без квеста, заслуживается. Так за минуту он добежит. Да ладно, че вы, блядь? А не факт, что на нем будет две болячки. Идите на одном боссе. Так вы, ну, типа, если еще проебал, если вы касаемо квеста, один человек просто лопается, и все, у кого две болячки. Нет, там чувак, который покупает кровь, за квест не будет платить. Да ладно, че вы, блядь? Этой хуйней заниматься не будем. Будем быстрее проходить. Не будет заходить никто на персонажей. То я начну на трех персонажей заходить. И так далее. Приду. Давайте поэтому. Сразу. Паш, отведи еще назад на всякий случай. Нет, чтобы совы какие не зацепили. Нет бы поднять меня, блядь. Короче, это. Я сейчас хотел спросить. Антон, ты тут? Мистер Бон. Да. Спасибо. Сколько ты в мутике ебашишь на соло-таргет?
Ну, поменьше, 17 где-то. Ну, у него там пару шмоток еще не хватает, это точно. Плюс не знаю, как он же делает, все правильно, неправильно. Ну, думаю, все правильно, Антон нормально, либо. Ну, пару шмоток там заменить, но ДПС очень сильно будет. Ну, вот. Я очень сегодня, кстати, ошибку сделал, что Марухича тогда не взял. Марухич мог на фул сегодня сходить, какой-нибудь стреля и, допустим, да, завтра. Да, не паришь. Бля, я ж выступил. Нет, так мы завтра тоже постараемся пойти плюс-минус на фул. А напомните мне про сферы, какая метка, чё, куда? Так, убейте вначале исследователя, череп поставил. Паша, ты на первую гниль, да? Давай Геру, Женя. Ты на первую гниль, да, сейф. Ну, вот сейчас на каст. Сацуны на второй каст, да, сейф. Давай, Паша. А можете кучей стоять, чтобы посилили, типа, прям пачкой, на. Санечка, ты на второй сейф отдаешь и войд на жгим на хп. Чмыгу кусяву поднимите. Все, отлично, все живут. Бля, я думал сорвалось, это ты за таунти? Да ладно? Вес эти павших. Иди, Антон, разминируй минус справа, слева вначале, если не разминировал. Сейчас сохнусь. Может убьем, с них репутация падает. Слева разминировал, а? Там справа. Ой, время зря тратить, побежали. Все налево, Антон догонит. Налево, налево. Смоньте варчика это. Отфигу минут на 5. Так, напиши этому вару, что он отдает вначале за первую денежку, за вторую, потом за вторую. Денежку, короче, за первую кровь, а деску за вторую. Рыбу поставил, там кто задыхал. Дайте еще пол рибах, там некоторые люди задыхали. Ну что, Андрюха, он принимает сон, да нет? Либо другого ищем. Нет, он писал. Сейчас еще раз сумоем. Не сумонится он. Все, или все. Давай, ну, моментом. Я написал, что я тебе это. Так. Вначале все разбегитесь, потом кинет спор и все под жопу к боссу забежите. Там что-то, Саш. Привет. Я через РТ вторая спрашиваю, а почему мы сразу не сходимся? Да. Убегай. Ну, можно и сразу. Я думал, урон проходит. Сбегите все под жопу. Паша, готовь мы сейф с Аней. Зажали сейф. Прохиливайте всех. Все, разбегайте, все РТ-шники.
скажете там, через сколько будет Гера, потому что я сдох. На мне не висит. А, ну, значит, пойдем на другого через Геру. Все, больше ничего не надо сносить. Так, Числавна, Синер по скибе, Димаша по себе, Войд, Усяло по Войду. Нелеш по стреле. Андрей может тоже по Войду отдать, пока не танчу. Скажу, что у нас не все топовые ДПСеры были, был, по-моему, 300 тысяч урон на оба. Вот, если есть ПС-ку, могу. На 9 стаках же ваншоте, да? Ой, это вопрос к Андрюхе, я, если честно, не танчил. Не, ну у меня 8 он будет приобрел. Не, типа, там уж вроде бы 9 стаков и 10 кастует взрыв, типа, все убивают. Вот я не помню. 10 убивают. Скажешь сразу пока или выпадет из кола. Не всегда, то я тебе вон. Ну, в принципе, даже не знает, что квест на гниль, поэтому да, ему дадим кровь, сразу Петя, заходи. Ты, наверное, не брал его сразу с ним. Ну, ты же про это говоришь, он не знает, что. Только если в десятке был, уже взял квест. Хоть вы жадины, конечно. Да причем здесь жадины? Ну, блять, лучше своему человеку дать. Я про квест. Ну, я же говорю, лучше своему человеку, да. Ну, типа имеет в виду, что Петя повесился КД, он в 25-ку на этой неделе не сходит, и как он залутает квест? Никак. Я про то, что человек должен и за квест платить, и за все это, хотя он только на кровь пришел. А вы начали уже про квест, типа, почему он не платит? А пока вы упал из кола? Тоже не понимаю. А, блядь, не-не-не, Санета. На том КД, ну, а я объясню план. Так, на этом сервере все продают, вообще все. Да. И ладно, не вести себя так. Можно. Да. Тиша, нормально у тебя, кстати, руник, ебать, 37% ебало дал ты. А, бля, нет у меня, короче, я, блин, ну, я уголь тут продавал, нахуй, которого вендора покупал. На старте. Да, на старте. Бля. Нитки, нитки, краску покупаю. Вы лучше знаете, каким вопросом задаетесь? Колба кому-нибудь нужна? Мне? Да, барменталю. Барменталю нужна. Все. Саня, заберешь, ну, много. А то за 100 ее продать можно. Я вам, блядь, я сам вам дам 100 кайду. Я что, не дам, не дам. Я себе за 100 кай персонажа отдам. Я не персонажа дашь? Аккаунт получишь? Да. Саня, ты забрал по ноже? Да, 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 да. Я рыбу ставлю, еще одну всю ману восстановить. Так. Уже второго пинаете, да? Да. Ну, будем сейчас. Рыбу поем, потому что я на прошлом боссе не поел, не заметил. Я и без армора бил, ой, блядь, вообще. Окей, пока им будете проходить, я зову про логинюсь. Факты на боссе, Андрюха, на трэше. Смотрите там с трэшем. Жень.
Нажми. Секунду, это ж Хант может сбоку стоять, правильно? И прыгать, я не помню. Да, сбоку стоять. Давай Геру с пола. Давай Геру, Геру. Кто-нибудь блевотину полутайте. 55 секунд. А, 55 секунд Гера, да? Еще, значит, одну дадите. У меня просто никогда не меняет. О, я полутал блевотину. Пока, сколько у тебя фритап? Сейчас... Он это, у него плюс 20% от агрессовой билки. Что этот, синдрей. 50%, короче, сейчас. Когда жму, ее 70. На сколько секунд? На 20% она дает. Время. А, по-моему, 10 секунд. Да, 9. Ну мало, да, пару процентов надо еще крита добрать, идеально будет. Сейчас дальше будем брать. Мне 50. 55. Гера, может, что есть? Дайте Геру еще одну. Там какой-то хуйни показывает. На каком я месте? На последнем. Все убили? Нет, это плохо, 30%. Так, Числав на Стинер по Скибиди, Кусяло по Стреле, Нилеш по Сасуне, Маша по Скибиди тоже. Андрей потом как сможешь по Сасуне зальет тоже. Рекаунт менять, хуйню какую-то показывает. Ой, ты сесть ПС-ка не отдавал, может закрыть. Реально хуйню какую-то показывает, на первом. Оп, блять, просто хуйня. Не, на орке нормально. Не, нет. Я про свой говорю, у меня вообще хрень какую-то показывает. Сейлс поставь станцию. Ну. Ты меня уже убедил, что мне комп не загорит, поэтому поставлю. Ты поставил себе средишник или нет? Не, еще нет, со зарплатой поставлю. В этом месяце очень много расходов. Упал. О, травма. Подождите 5 секунд, я чтоб не обошибся. Сейчас все идем сдавать квест. Сначала Вара кикаем. Да. Да не надо, не кикайте. Отдать ему кровь с папки, а даст и кикайте. У кого во второго дебаф есть, просто пускай лукнется и все. Я чмыхаю, у меня вроде 2 дебафа висит, я выйду. Блядь, ты хоть подай мне лидера, че что-то, лутера точнее. О, да подожди, подожди, не кричи. Чисто, пошел квест, давай, а ты постой, постой. Не сдавайте квест, пока вар тут. Давайте я чмыхаю, выйду с игры. Это ты уйдешь, я потом сдам, когда Петя зайдет. А, все верно, все. Сейчас забирай. Была пиздец сегодня. Мне процент за то, что я нашел покупателя. Соточку заработали за счет? Сейчас у меня 101 000 и 7 ДСов. Ну, несколько ДСов там было у меня. И выпало, по-моему, один выпал. А боешки продали? Ну, боешки, да, еще 3 штучки есть. Не, 4. 4 боешки выпало. Можно ну, купить. Да, больше.
А, еще пояс выпал. Упало. А, нет, пояс какой-то. Так, надо посмотреть. Давай, теперь сразу с тобой мы поехали. Да, что, кидай, Машка, обмен за своим, за, захожу, за своим, да? ДСом. Да, да, да. Да. Так вы скажите, я же жду. Ты ж, я тебя а я вроде говорил, я, может, не слышал просто. Спасибо, Маш, тогда понадобился твой ДС сильный. Аккаунта поставить. Что ты говорил, Чмыга? Аккаунта, что поставить?